После нашумевшего ролика об Адморе из Аждода мы решили посетить его резиденцию и узнать, как он воспитывает своих детей. Ком цу мир, мой либерзун. Шалом, Беньямин Шимшон. Скажи мне, пожалуйста, я сегодня видел тебя всего лишь 2 раза в синагоге. Где ты был целый день? Может быть, злое начало мешало тебе прийти ко мне помочь, помолиться? Да, но мне... Злое начало мне мешало прийти и помолиться, и оно мне не отпускало даже ни одной секунды. Хм, ни одной секунды. Так тебе нужно учиться у этого злого начала. Смотри, оно не отпускало тебя ни на секундочку, оно работало над тобой целый день, чтобы сбить тебя с правильного пути. Ну, конечно. Ведь у злого начала нет злого начала. А, ты думаешь, ему легко? Да, но если мы подумаем, злое начало ведь получается очень легко его обмануть и использовать для того, чтобы оно работало и помогало тебе, ведь у него нет злого начала. Давай попробуем его вместе обмануть и направить на правильный путь. И тогда мы будем с радостью делать добрые дела, молиться и учиться. Давай вместе над этим работать. Хорошо. И вы, друзья, давайте все вместе работать над победой злого начала и над перевоспитанием его злого начала. Для того, чтобы нам было легко и радостно делать добрые дела. И, конечно, подписывайтесь на мой игроком. Бен, ты неправильно сказал адрес. Нам никто не даст денег. Я сказал правильно. Саня, фигня все. Пишем по новой. Конечно. Подписывайтесь на мой игроком. И, конечно, подписывайтесь на Майкраком. Бен, ты должен сделать жалостливое лицо и внятно сказать, подписывайтесь на Майкраком, иначе нам никто не даст денег. Ты неправильно сказал. Ну и конечно, подписывайтесь на Майкраком.